Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас сегодня на моем канале. И рад вам представить сегодня наш проект, который мы начинали еще в 2019 году. Это проект «Солнечные лодки в Таиланде». На этих лодках мы используем наши моторы DA100SL. И начиная уже с 2020 года, начали использовать также моторы DA112SL. Раньше здесь был цветущий регион. Сейчас все жители уходят, дома закрываются. Два банка закрыли, потому что невозможно существовать. Из-за большого шума, из-за загрязнения воздуха, потому что дышать здесь нечем, когда проезжают эти лодки. И шум неимоверный. Как вы знаете, в 2011 году, в ноябре месяце, премьер-министр посетил этот регион и была создана группа по развитию экологического электротранспорта. Премьер-министр сам начал курировать эти проекты и уделяет этому очень большое внимание. Уже в 2020 году был создан комитет, департамент экологии. И ведущие специалисты университетов и колледжей были подключены к развитию этих проектов. После посещения региона премьер-министром очень интенсивно начали развиваться эти проекты. Начали создаваться больше и больше лодок и направления также другого электротранспорта, это в основном еще тук-туки. Уже в 2020 году образовалась небольшая флотилия электролодок с нашими моторами, и не только с моторами DA100. SL, также моторами более мощными DA112SL. Ровно через год на фестивале экологии этого региона присутствовал министр спорта и туризма, и наши проекты были также представлены ему и получили большую поддержку, и начали развиваться более интенсивно. Будут созданы электролодки с солнечными панелями мощностью 1,1 кВт, что позволит заряжать батарею в день до 5,5 кВт-часов электроэнергии, что практически удвоит расстояние, которое сможет проходить электролодка на электричестве. В будущих видео или в будущих новостях вы узнаете еще об одном важном проекте, который мы ведем в Таиланде. Это проект тук-туков. Как вы знаете, тук-туки – это очень популярное средство передвижения в Таиланде. И наши проекты, или же наши моторы, наши привода заняли первые призовые места в соревнованиях среди университетов и были признаны как самые экономичные привода для этого вида транспорта. Так что то, что вы видите сейчас, это для будущего видео. Это оси, задние оси для тук-туков и для моторов DA100SL.